Всем привет! Сегодня мы начинаем наш выпуск с магазина строительных материалов. Мы сейчас приобретем смесь и поедем на объект, и я покажу, что еще может Аппаратега. Давайте уже начнем! Давайте пробежимся по материалам. Что мы взяли? Мы взяли самые распространенные материалы. Это Knauf MP75, штукатурка гипсовая для машинного нанесения и плиточный клей SM11, его тоже все мастера знают. И полимерная шпаклевка Danogips Super Finish. Меня очень часто спрашивают мои покупатели, сможет ли аппарат справиться с этими материалами. Я в сегодняшнем видео скажу, что нужно докупить, чтобы вы смогли наносить вот эти составы. Ну что, материал взяли, идем наносить. Сейчас я вам покажу, как вмещается аппарат Эго в мою машину. Вот смотрите, у меня здесь все. Еще плюс стройматериал сейчас поместится сюда. Вот приехали мы на объект, подготовили стену, на которую будем наносить материал. Первым будем наносить плиточный клей на стену. Что нужно для того, чтобы аппарат смог наносить плиточный клей? Первое. Нужно снять кнопку с безвоздушного пистолета. Она крепится на двух болтиках. И теперь мы можем управлять включением-выключением аппарата другой рукой, которой мы не будем держать пистолет. Вот так, нажатием на рычаг. Следующий шаг. Берем текстурный пистолет, с которого мы будем наносить. Подключаем компрессор и подключаем этот же шланг с этого же аппарата. Не надо никакой замены шлангов, то есть мы будем работать с родного шланга. Что должно получиться в результате? В одной руке у вас кнопка управления аппаратом, в другой руке текстурный пистолет, подключенный к компрессору и выход из аппарата. Как я и говорил ранее, наносить мы будем с аппарата Эго. Развели мешок плиточного клея. Сейчас я его загружу. Вот консистенция его. Так как клеевые составы нужно наносить тонким слоем, мы выставили обороты на аппарате 20 Гц. Ну что, переходим к нанесению. Клей у нас уже в бункере. Я готов. Наносим. Еще одно уточнение. При работе с цементными составами они имеют свойство уплотняться во всех вот перепускных отверстиях. Не перекрывайте курок, да, вот этот полностью. Он должен быть открытый, иначе вам через время придется чистить вот это перепускное отверстие. При нажатом курке постоянно вы будете работать с цементными составами, не имея проблем. Небольшое уточнение. Очень хорошо моем аппарат после цементных составов. И еще раз напомню, в конце работы обязательно выкручивать ротор из статора. Идем.
Следующий материал, с каким мы будем работать, это гипсовая штукатурка. Ее мы должны нанести максимально быстро, максимально производительно. Мы поднимаем обороты на максимум на аппарате, и он не уступит ни одной штукатурной станции в производительности. Следующий материал, который мы будем наносить, это полимерная готовая шпаклевка. Мы будем наносить декоративное покрытие типа капли. Ну что, раствор в бункере, пистолет я подготовил, перейдем к нанесению. Мы сегодня сделали нанесение трех сложных материалов, но опять же, под каждый материал нужны свои настройки, под задачи определенные опять же нужны свои настройки, то есть каждый может настроить аппарат под свои нужды и задачи. Что мне понадобилось, чтобы я смог сделать нанесение этих трех видов растворов? Это текстурный пистолет и компрессор. В целом я доволен, аппарат EGO справился с поставленными задачами. Ну, на этом у нас все. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Если же понравился аппарат EGO, все контакты в описаниях. Пока!